от пешеходов по пешеходным переходам, поэтому надо быть очень осторожным. Продолжение улицы Перекопска. С левой стороны протекает местная речка Говнянка, называемая Демирджи. Смотри, оно обилие зелени, воздух не очень-то свежий, и запах зелени практически не ощущается. Местный бассейн полностью раздолбанный. Соответственно, плитка еще советская. Причем повезло местной улице. Дорога налево ведет в сторону туннеля, который идет на восточную набережную. Вторая половина сентября, и людей уже практически нету. Местный стадион Олимпийского резерва тоже полностью разбомблен. Типа дорожка ведет от такого же раздолбанного отеля, то есть раздолбанной гостиницы, при этом стадионе. Еще полторы недели здесь ходили толпы отдыхающих, которые курсировали в сторону пляжа и обратно. Сейчас практически никого нету. Там футбольное поле. Другой путь на восточную набережную. К которому никто не будет сходить. Хотя, возможно, здесь дорога к туннелю, надо будет проверить на обратном пути.
здесь достаточно дорогие. Хотя от местной реки Говнянки с противоположной стороны периодически доносится резкий запах канализации. Эта дорога на восточную набережную, по которой не рекомендуется ходить. Детский сквер. Там дальше расположены разные детские аттракционы. Детский центр с закрытым детским пляжем к нам. Местные тополя, на которых имеются различные надписи побывавших здесь людей. Ломинск, Витебск, Варница, Шебекино. Есть даже надписи из советского времени. В одном из мест есть надпись «Губель Баку», 1985 год. Вот чувствуется уже приближение пляжа.